Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Клан Сибирских Цветочниц. Сегодня я покажу вам мои скромные покупки из магазина Леруа Мерлен. Я там была 2 января. Ну вот, буквально заняться было нечем. И муж решил, что ему нужно что-то купить. Я радостно за ним побежала, потому что мне тоже что-то нужно было купить. Это что-то оказалось... Вот у меня, кстати, есть чек. Как никогда обычно я забываю чеки, выбрасываю. Цены не помню, ничего не помню. Тут буду прямо рассказывать. Я купила 2 литра вермикулита. Он мне скоро понадобится. Я буду пересаживать, переваливать уже эустому свою, которую сеяла в октябре. И мне понадобится вермикулит в этот момент. 2 литра вермикулита 46 рублей. Тот, который останется, я просто подмешаю к почвосмеси, которую я делаю. Дальше я купила сульфат калия. Слушайте, это было вообще просто удивительно, потому что я знала, что мне нужен сернокислый калий для гортензии уже вот, ну, на сезон следующего года. И когда я увидела сульфат калия, мне пришлось вспомнить все. Все, что я помню. Кто такие сульфаты? Что это соли серной кислоты? А есть ли сернокислый калий? То же самое, что и сульфат калия. Но на самом деле, да, это сернокислый калий. Знание химии в объеме школьной программы мне помогло. Вот. Но не знаю, почему 50% написано, потому что, ну, как бы я не вижу, чтобы он был какой-то обогащенный каким-то там магнием или, не знаю, там чем-то еще, там нет. Но, видимо, так вот он и есть. Ну, кстати, те, кто выращивает гортензию, хотя, опять же, проще сказать, кто не выращивает, не обращайте внимания, имейте в виду, те, кто выращивает гортензию, это удобрение понадобится. А потом, летом, весной, летом я буду рассказывать, показывать, зачем оно и для чего. 101 рубль стоит этот сульфат калия, но я думаю, что это далеко не на один сезон, потому что тут его килограмм, вот, и это очень-очень много. Ну и дальше баловство всякое. Не смогла мимо пройти. Причем я эти штуки видела, вот уже, ну, не один раз видела эти штуки. Это кашпо для кактусов. Ну, как бы такие они, конечно, славные. Вот. Но летом я покрутила и прошла мимо. А тут купила уже просто вот, уже просто чего-то хочется, уже что-то нужно уже. В январе очень хочется что-то купить. Вот. Но у меня есть в таком стиле, правда, у меня металлические такие оцинкованные емкости, леечки такие у меня есть с похожими надписями. И тут я решила купить вот 2 штуки разных. Значит, вот этот, который кашпо кактусник ведерко, стоит 258 рублей. Но они, кстати, есть побольше и есть поменьше. Разное по диаметру. Там, в том Леруа Мерлене, в котором я была, для красноярцев скажу, что это Мерлен на Калинина. Я только туда езжу, мне ближе всего. Вот, там были только эти. И второй вот это кашпо кактусник, лейка большая, вот. Это считается большая. Стоит 302 рубля. Причем я когда купила, я уже на кассе увидела вот этот скол. Видите? Сначала хотела пойти поменять. Потом думаю, да зачем? Оно стилизовано тут, сделано как обшарпанная такая вот емкость. Ну что я скол буду менять? На какие-то свойства не повлияет абсолютно. Вот. Ну, и поэтому я его оставила как есть. Удивительнее всего то, что там есть дырочка, и вот здесь есть дырочки. То есть даже функциональная получается эта емкость. Честно, не знаю, зачем оно мне, потому что кактусов у меня нет, суккулентами я не увлекаюсь. Они мне очень нравятся, но мне кажется, что это очень сложно, суккуленты. Кстати, напишите мне в комментариях, кто-нибудь суккулентами увлекается, у кого можно посмотреть суккуленты. Может быть, вдруг я загорюсь ими тоже. Вот, поэтому я думаю, что я их куда-нибудь поставлю. Ну, или, может быть, они будут служить кашпо для каких-то небольших цветочков. Так, чтобы сразу же ответить на вопросы, которые обычно бывают. Это, как тебя, вот это дихондра. Дихондра, о, нет. Будра, вот сейчас я вам навру все. Это будра, плющелистая, варигатная. А это диасция.
на Д, вот видите, это маточник стоит. Я укореняю периодически, довольно хорошо растет, все у него замечательно, чувствует себя прекрасно. А вот это зацвела мультифлора у меня. Потрясающе вообще. Почему она решила цвести в такое неподходящее для нее время? Что с ней происходит, совершенно не знаю, но это один из маточников, поэтому ничего страшного, я его даже оставлю, наверное, с цветами. Сначала хотела все убрать, потом думаю, да, но ничего не случится. У меня этих маточников 3 штучки, вот, и поэтому думаю, что все будет хорошо, пусть он меня порадует. Давайте я вам поближе покажу. Вот он такой вот, и вам тоже желтого зимнего настроения январского. Оставайтесь на нашем канале, подписывайтесь. У нас канал для садоводов, огородников, тех, кто любит цветы, горожан. Это, ну, как бы не деревенский канал, для горожан, но, тем не менее, темы-то вот такие вот, как бы, близкие к земле. Для тех, у кого есть дача, участок, каждые выходные у нас кулинарные видео, не удивляйтесь. Ставьте лайки или дизлайки ставьте, пишите комментарии, задавайте обязательно вопросы. Меня зовут Анжелика. Пока-пока.